Всем здравствуйте! Сегодня у меня будет еще одно видео по поводу гидромехлоида. За это время я уже успел его продать и обратно себе купить, потому что я немножечко разочаровался в его конструкции, так сказать. Чтобы просто понимали, может, кто не знает, это вот такой вот робот. Я притащил инструкцию. Ну, выглядит он, конечно, скажем, конечно, честно, неказисто. Ну что это? Открытая кабина, непонятные руки, что еще, ноги какие-то странненькие. Конечно, пытается походить на анимешного меха, ну, такое было. Была попытка прокачать этого робота у меня. Вы можете посмотреть на канале, там второе видео всего лишь. Кто-то даже писал комментарий, что хорошо получилось. Мне даже приятно. Но я хочу иметь у себя на полке более классного робота. Сама задумка мне не особо нравится по поводу водной тематики. Но уже пришлось принять. Ну и это получается вторая версия моего робота. За это время я немножечко приобрел деталей разных. Вот так он стал выглядеть. Он очень классно смотрится на полке. Он прям стал таким вот мехом. Мехом класс. Ну, может, на камере не передает все крутизны, но в некоторых статичных позах он выглядит классно. Так, что я сделал? Ну, пробежим. Он стал неигровым, вот от слова совсем. Потому что, пытаюсь его взять, я ему сделал колени на обычных петельках, вот, две штуки. Потому что я не придумал, как сделать такую небольшую конструкцию, чтобы она не выбивалась. Ножки я оставил примерно такими же, только немножечко их утолстил резинкой. Ноги абсолютно такие же, никак их не поменял. Потому что понял, то, что они, ну, подходят ему. Потом, давайте посмотрим на модель сзади. Ее я тоже сзади проработал. Так как у меня нет вообще зеленой детали, и мне надо было увеличить наплечник, эту идею я посмотрел у Чаби Ботса, я сделал такое продолжение наплечника. Руки немножечко другие, сама лапа, например, такая же, другая. Продолжение юбки сзади, самурайской, вот. И что-то типа баллона, но у меня не получилось сделать баллон, просто черная какая-то штука, в которой есть воздух. Ее даже на камере плохо видно, потому что у меня камера как-то не видно. Но зато я сделал крепление для меча Ллойда и для робота Ллойда, потому что с этим мечом он вроде как смотрится немножечко нелепо. Очень огромный меч. И давайте посмотрим. Конечно, посмотрим. Я еще даже, так сказать, по правде, и не давал ему в руки меч. Потому что вчера я пытался самоделить этого робота. Ага, я же убрал крепление. Жалко. Попробуем так всунуть. Будет ли смотреться, если что. Поставим. Так. Ну, как сказать, выглядит... Сейчас посмотрю даже без камеры. Ну, такое себе. Ладно, пойдет. Ну, ладно, мне даже нравится. Что еще я сделал? Так, уберем пока меч. Вот так, пускай полежит. Трубку я оставил такую же. У меня нету вторую, я бы сделал вторую, было бы более классно. Наплечник, как обычно. Как я в прошлом ролике говорил. Что я оставил тот же, потому что не имею ничего против него. Это стиль такой, ладно, окей. Я, конечно, посмотрел свой старый ролик, ну, по-моему, месяца-два уже. Я просто непонятно, что я делал. Я не был тогда самодельщиком, как и, в принципе, сейчас. Просто сейчас у меня было время посидеть и обдумать саму конструкцию. Что еще я сделал? Я сделал на руках еще резинки, чтобы тоже казались более массивными. И что мне понравилось, что я сделал крепление для ласт Ллойда, потому что в наборе их непонятно, куда их предлагают крепить. Посмотрим даже в инструкции, по-моему. Да. Ласты надо крепить наверх. Я просто видел в каких-то обзорах на это, но это глупо, как мне кажется. Клешню оставил ту же, потому что, ладно, мне просто не хватило деталей на вторую руку. Я подумал, ну ладно, пускай будет эта клешня. Перед сделал вот так вот со скосиком. Ноги абсолютно
другая конструкция, вот, от слова совсем. А то и ничего не осталось, но зато у меня появились детали для рук этого цвета. В кабине я так ничего не менял. Ллойд по 15 сезону кто-то писал, кто зачем ты поставил фигурку из 9-го. Но вот он теперь из 15-го, окей. Я поставил с прической, потому что он более прикольно смотрится. Ну, и ладно. А, что еще сделал? Можно ли как-то показать? Надо убирать наплечник. А, можно поднять эти штуки. Вот. Я немножечко кабину прикрыл. Как я говорил в прошлом ролике, то, что кабина должна быть закрыта, это все-таки подводный робот сюда не, типа не должна вода влезать. Как в оригинальном наборе-то. Ну и, в принципе, это вся прокачка. Как скажете, нормально? Пишите в комментариях. Мне было очень приятно, когда даже целых два человека оставили мне комментарии. Жду еще комментарий. Подписывайтесь. Можете оценить модель. Всем. А, нет, это еще не все. Это не все, что я хотел сказать. Если хотите видеть апгрейд набора железный торговец, уберем пока робота Ллойда. Я немножечко проапгрейдил железного торговца. Он стал более массивный, конечно. Ну и в этом его фишка. Это типа огромный робот. Ну, это типа уменьшенная модель самого железного торговца. Это такой спойлер немножечко. Пускай идет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я думаю, если будет много лайков, буду больше прокачивать наборов, какие у меня будут попадать в руки. Всем пока!